Мне казалось, что молчание вокруг Бабьего Яра в советскую эпоху до определенного времени было самым страшным. Как можно спорить о Бабьем Яре? Просто с тем, что нельзя повторять насилие, что в каком-то проговаривании того, что случилось, повторяется насилие. Собственно, на этом построена вся книга «Как сохранить память, не умножая насилие», «Как рассказать о насилии, не умножая насилие». А вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Писатель Катя Петровская и ее книга «Возможно, Эстер». Книга была написана по-немецки, вышла в издательстве «Цуркамф» в Берлине в 2014 году. Книга посвящена истории ее семьи в 20 веке, в советском послереволюционном мире и в Холокосте. И она получила множество европейских литературных премий и обрела статус культовой в интеллектуальном пространстве дискуссий о политике памяти. Книга только что вышла в русском переводе в издательстве Ивана Лимбаха в Петербурге. Катя Петровская училась в Тарту у Юрия Лотмана. Некоторое время жила в Москве, уже много лет живет в Берлине. Для проекта «Вавилон. Москва» это важный подкаст. Мы разговаривали в Киеве, родном городе Кати, куда она приехала по семейным делам, несмотря на карантин. Она дочь известного литературоведа Мирона Петровского, который умер осенью 2020 года. Разговор о родителях, об истоках письма, советском, постсоветском и европейском опыте, о Германии и России, о Киеве как родном и чужом городе, о Бабьем Яре в дни памяти его жертв, о способах коммеморации тех, кто не может ответить живым, о целомудрии рассказчика. Первая часть подкаста была неделю назад, вторую послушайте сейчас. Отец, на самом деле, был одним из самых счастливых людей, которых я вообще видела в своей жизни, может быть, в силу какой-то своей органической крутости. Есть такие люди, мы даже знаем, наверное, у каждого из нас есть такой друг, в котором вообще нет злобы в сердце. То, что с ним проделывала власть, уму непомочимо. То, что с ним проделывали некоторые его друзья, это я имею право сказать. Он никогда этого не говорил. Иметь зло на другого – это как будто было подчинение вот этой системе зла. Но просто не было злобы. И, конечно, меня это ужасно раздражает. Я другой человек, и мне очень бы хотелось быть такими, как они. Я, на самом деле, очень часто думаю о Андрее Рублеве, об этом фильме Тарковского и вообще о теме отца у Тарковского. Но я думаю, что это вообще у очень многих людей, которые родились от таких родителей. Это не просто неизбежно. Вот это ощущение, что в это вернуться невозможно. Хочется здесь рассказать еще об одном киевлянине Фридрихе Горенштейне, с которым очень связан человек, который бесконечно держал злобу в своем сердце, и на этот город тоже. Удивительным образом, когда Горенштейн пришел предлагать домик с башенкой, по-прежнему считаю, что это просто шедевр. Журнал «Юность», мой отец там работал 4 месяца редактором, и это просто попало к нему в руки. И это история о мальчике, у которого умирает мама, и вот он помнит вот только вот этот домик с башенкой, этот безумный поезд. Но это какая-то история про всех детей вот этого поколения. И про невозможность вернуться к родителям в какой-то другой мир, где все живы. Да, и мало кто знает, что часть диалогов Андрея Рублева писал Горенштейн. Это ведь тоже про любовь. И тоже про эту теорию чужого, хотя никакого чужого не бывает. А в конце Андрея Рублева есть эта удивительная сцена о том, как этот мальчишка, работавший вместе с Андреем Рублевым, и льет колокол, ему подчиняются сотни мужиков, огромная махина индустриальная того времени. И вот этот колокол, вот этот звон невероятный. Все падают ниц в эту грязь, начинается дождь. А он бежит, падает в грязь и говорит: «Не рассказал мне батька секрета». Да? Это на самом деле, я думаю, это многих преследует. Да? И вопрос ведь в том, а был ли секрет? И так ли передается традиция? И когда этот колокол звонит, и все падают ниц, потому что это невероятный звон. Они падают ниц, потому что они уже не слышат разницу.
Или потому что традиция осуществляется как-то по-другому, и что секрет там есть. Вот это меня очень мучает. Иногда вот мне приводилось бывать в одном из самых потрясающих музыкальных залов мира Берлинской филармонии. И я слышала, что не происходит ни одного звука музыки, а люди взрываются в аплодисментах и кричат. Мне казалось, что я, наверное, чего-то не понимаю, а может быть, все остальные, а может, ну вот, какие-то такие вещи. И это не про снобизм, это действительно про одиночество. И куда мне теперь вернуться, я не знаю. Можно вернуться в Киев? Понимаете, Киев — это вообще загадочное место. Я очень люблю города, которые как-то не состоялись, да, вот в которых что-то происходило, и каждый раз, ну да, есть миф о татаро-монгольском иге, другой миф Гумилёва и так далее, но если ты видишь, что с 12 века по 17 в этом городе не было построено ни одного каменного здания, то, наверное, татаро-монгольское нашествие — это не миф. Конечно, был этот удивительный взрыв украинского барокко, это Киево-Могилянская академия, кстати, основанная, пардон, одним румыном, потому что православное пространство функционирует совершенно по-другому в то время. И опять это пространство, которое начинается с эпохи Екатерины, но его начинают прыгнуть чего-то, да, как-то скручивать, да, и уничтожать. И это невероятное украинское возрождение 20-30-х годов, которое, ну, действительно практически целиком расстреляно. И если как бы существуют какие-то статистики о том, какую часть интеллигенции где уничтожили, то в Украине это просто, ну, это просто действительно практически тотальное явление. И вот это вот ощущение постоянно исчезающего города, ведь это удивительно, что главные книги о Киеве написаны об исчезающем городе. Булгаковская, я думаю, что все-таки главная его книга — это «Белая гвардия». Она, собственно, об этой структуре, вот этого перетошного города, в который попадают московские и питерские иммигранты, бегущие от революции, где пирожные, сыры насиженные, цены снижены, тут еще колбаса и пирожные, и все в порядке, можно посчитать Тэфи или Аверченко и что угодно. Она просто город какого-то вкусового разгула. И Киев всегда губит вот эту вот пошлость, вульгарность, одновременно это и жизнь. Сквозь Киев все время просвечивает вот этот город с большой буквой. Легенда или не легенда, но здесь действительно есть 7 холмов, но никуда не денешься. И, конечно, то, что этот город основали на холмах возле этой великой реки, я все время думаю о том, что вот нас отселили на левый берег, но для меня это какое-то счастье. Вот эта дорога в школу, в час пик, еще когда я ездила в школу, кто-то принес японский журнал, где людей сталкивали в метро, там специальные дружинники. И у нас только дружинников не хватало. Но я помню, что я иногда с Левобережной ехала на конечную остановку, Пионерскую тогда, для того, чтобы просто войти в метро, потому что невозможно было влезть в вагон. И вот это вот час пик, это как бы это ужасная тоже советская телесность, где все друг на друге, где какие-то маньяки пристают к девочкам. Ну, в общем, все что угодно. А с другой стороны, вот этот невероятный мост метро, по которому ты въезжаешь в чрево этого города, матери городов русских, окей, имперская теория. И вот эта вот лавра, распластанная на холме, и то, что вот я каждый день переезжала через эту реку, и когда я говорю «Великая река», я не знаю, в этой гоголевской формуле «не долетит до середины», я думаю, что она летела вдоль, а не поперек. Но вот это вот ощущение какого-то великого пространства, и что человек ни в каком веке не мог просто пройти мимо этого места, он хотел здесь жить. Я думаю, что оно работает при всей перегрузке транспорта, при всем безобразии властей. Тоже интересно, что на этих холмах не строили столько веков, там стояла только лавра. Потом Брежнев первый разговелся. Брежнев нам подарил «Мать Родину». И сейчас это очень интересный холм. Даже интереснее ехать по мосту Патона. А мост Патона — это тоже легендарное место, потому что это первый сварочный, полностью сварочный мост мира. И это тоже чудо природы, которое разваливается на наших глазах. И когда едешь по мосту Патона, который раскрашен этими советскими ампирными звездами, колоссями, все такое вот пышное, и с этой стороны вид на лавру просто неприличный, потому что лавра просто как женщина в неге просто распласталась на этом холме. Это какое-то удивительное ощущение. И то, что я действительно оказалась на левом берегу, для меня очень prägend, да, это какой-то импринтинг, впечатанное внутри. Ты попадаешь действительно каждый день по дороге в школу. Я, конечно, не осознавала это тогда, но сейчас это мне ясно. В ситуацию паломника, да, который вот с левобережной
части Украины попадает в это великое пространство. Я действительно говорю «великое», наверное, слишком много раз, потому что это просто чувствуется. Сейчас на этом холме, он действительно довольно комичен, стоит Мать Родина, которая тоже довольно, на самом деле, великое сооружение. Не только потому, что она на 6 метров выше лавры, она 102 метра, лавра 96, колокольня. Как бы советская эпоха переплюнула завоевание христианства. Не исключено, что мы будем это еще больше, чем 1000 лет разгребать. Но это действительно инженерно-фантастическое сооружение. И сейчас там действительно на холме как бы три родины. Там «Мать Родина», там «Лавра», «Мать городов русских», собственно, это там написано. И недавно там водрузили украинский флаг, и это очень интересный знак. Вот это вот водружение флага — это какое-то такое завоевание, да, значит, мы дошли до Эвереста, до пика, значит, пика коммунизма. То есть это действительно маркер территории, что мы шли-шли, мы строили-строили, наконец построили. Нянька Украина, которая водрузила там свой флаг, что мы действительно там живем, как высадка на Луне. Вот это вот ощущение, что даже население Киева все время пытается завоевать собственный город. И, собственно, мы все не просто паломники, мы уже давно кочевники. Это меня очень сильно сейчас занимает. Совсем не понимаю, где мы находимся. А место с его христианской и, наверное, отчасти еврейской и украинской, конечно, культурой, в общем, во многом неосознанно. И интересно, что в стихах украинских футуристов эта тема Киева, вот этого завоевания тоже очень сильно проявляется. Так что непонятно, завоевали мы наконец свой город или нет. На самом деле, вот я не столько думаю о Москве, сколько о Питере, который построен на, как принято было говорить, на костях украинских крестьян, что это действительно какая-то противоположная городская структура, потому что это не место, отвоеванное от цивилизации, от природы, а это место, которое выросло из деревни, из дерева, из этой природы. И когда я в очередной селенческой квартире ходила в детский сад в 1975 году, на холме, где стоит Мать Родина, была деревня. Нас туда водили, и там были мазанки, там были козы, там не было коров, но просто это был центр Киева. Печерский район, самый-самый центр, просто в километре от Лавры. И это был лес. То, что во время уже независимости Украины на этих холмах стали чиновники строить свои дома, я уже не говорю, что с архитектурной точки зрения это безумие. То есть Лавра теряет свою уникальность. Даже есть один архитектор, который предложил строить дома, если невозможно этому противостоять, строить дома, повторяющие как бы линию холмов. Но вот что-то такое произошло в это время. И это интересно, что, видимо, эти люди таким образом выдают то, что они вообще не понимают, где они находятся. Они боятся деревни. Опять же, я жила на метро Левобережная, что тоже, извините, 5 остановок до Крещатика. То есть это тоже вполне центр города. И до того, как там построили гостиницу «Турист», то есть 78-79 год, там еще была деревня прямо возле метро. Там вполне паслись козы. Вот просто едешь на метро в центре города, и пасутся козы. А там уже кругом 14-этажные дома, уже первые 18-этажки стали строить. Вот эта вот война с деревней в себе, мне кажется, абсолютно неправильной. Потому что этот город состоит из деревьев и деревни. И, например, знаменитый стадион «Динамо», благословен будь Лобановский. Но здесь действительно в этом городе было очень много славных людей. И очень жалко, что многих из них забыли, и многие из них совершенно безымянны. Вот стадион «Динамо», собственно, его трибуны держатся на корнях деревьев. На корнях живших там деревьев и еще живущих там деревьев. Что будет происходить с этими холмами, когда там понастроят домов и уже понастроили? Ну, в общем, большой вопрос. Катя, у меня вопрос. Вот вернулась путешественница в свой родной город. Женщина, которая много жила в Европе, которая сейчас по долгу службы ее мужа бывает в Грузии, жила в Тарту, жила в Москве, жила в Петербурге. Когда-то этот город показался ей ненужным, неприемлемым. Ну, короче, это город, из которого нужно было уехать. По разным причинам. Да.
Я про то, какой сейчас. Но Киев город удивительно же выпирал людей, понимаете, да, и это не только связано с Киевом, а с устройством Советского Союза. Это была какая-то чудовищная центрифуга, которая выкидывала людей из провинции. И, собственно, если ты хотел сделать... Речь не о карьере, а о том, что где лучше учиться, где лучше жить, где тебя лучше поймут, там, и так далее, где есть какие-то шансы. В Киеве, скажем, с графой «еврей» поступить на гуманитарный факультет было невозможно. Или практически невозможно. Но у меня была записана украинка. Но в Тарту там же принимали всех таких детей. Но Тарту — это отдельная история, потому что это, наверное, один из сильнейших мифов не только в моей жизни, совершенно сказочных, закончивших вполне трагически. Это действительно, наверное, уникальное место. Почему трагическим? С уходом Лотмана? Трагически в том смысле, что какие-то счастливые ситуации возникают в ситуации несчастья в других местах. А когда все выравнивается, оно перестает иметь значение. И это, наверное, какая-то трагедия вообще о тоталитарной схеме. Мы очень часто жалуемся, что вот, а где такие люди, которые тогда были, а где такие явления, где эти свободные пространства, где это призвание, где эта температура жизни. Я даже долго думала, почему вот тогда выходили такие люди, да? Может быть, это связано с вполне геологической теорией. Я вообще после Шаламова сторонник, не знаю, но это отдельная тема. Ну что, это даже не социально-политическое, да, но, в общем, давление извне было настолько сильным, что ты или ломался, или растекался, или превращался в алмаз. И, собственно, вот эта порода людей, о которых мы все время от времени думаем, когда думаем о том, что а где авторитеты, а где вот эти кристальные люди, хотя и они немножко миф, конечно, я понимаю, но какая-то цельность. Я думаю, что она связана именно с той эпохой невероятного напряжения всех сил, которое очень связано с геологической теорией образования алмазов. Они могут образовываться только под невероятным давлением в определенной среде. И, собственно, вот так вот и происходило с людьми. И это не про гвозди. Мирон Петровский, ваш отец, алмаз? Абсолютно, конечно. И мама тоже. Нет, ну, у него хватало юмора и скромности. И юмор, конечно, это отдельная история. Потому что юмор — это не только про карнавальную культуру, а про невозможность соблюдать правила, быть в системе, которая насквозь, говоря какими-то современными понятиями, обозначена какими-то лейблами, трендами, иерархизирована. А это действительно попытка жить в какой-то своей системе. А юмор — вещь ведь неуловимая. Она переводит человека в пространство, где... Ну что такое клоун? Где он живет? Он пытается соединить какие-то вещи или разъединить их, или показать невозможность их соединения. И в этом смысле как бы говорить про алмаз довольно смешно. Это какое-то очень трепетное существование, какое-то мелькающее. Оно, с одной стороны, очень цельное, а с другой стороны, очень неуловимое. Мы вернемся после объявлений. Померанцев переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я, а переулок – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи. Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Катя Петровская. Книга «Возможно, Эстер». Об архивах и провалах памяти рассказчика. Катерина, очень много споров по поводу коммеморации Бабьего Яра. В течение последних 1,5-2 лет мы говорим об украинской версии, о версии, которую сейчас поддерживает, так сказать, попечительский совет, о... Насаждает. О фигуре Ильи Хржановского как руководителя этого будущего, возможно, комплекса. Это все вызывало страшные, я бы даже сказала, не споры, а скандалы. Что тут делать-то? Не знаю, честно говоря, мне как-то очень не хочется об этом говорить. И, может быть, из-за каких-то причин целомудренного характера. Мне казалось, что молчание вокруг Бабьего Яра в советскую эпоху до определенного времени было самым страшным.
То, что происходит сейчас, может быть названо простым словом «misuse». Я даже не знаю, как это сказать по-русски. Когда ничего уже невозможно сказать во всех спорах. Как можно спорить о Бабьем Яре? Что касается Хрыжановского, это тоже очень простая история для меня, потому что он может быть гениальным художником, можно сколько угодно писать о Дао, за и против, и как это связано с Эйзенштейном, тоталитарной теорией, всем и чем угодно. Но дело в том, что человек, которого интересуют тоталитарные практики, более того, его, скорее всего, интересует, насколько я понимаю, Дао и все, что с ним связано, даже не столько тоталитарные практики, а сколько, как их можно применить сегодня и как можно их развернуть в любой момент на любом человеке. И даже, мне кажется, его интересует, насколько низок человек и как я могу это сделать. То есть, грубо говоря, то, что сейчас происходит в Бабьем Яру, это захват власти. И как он расцвечен, что там конкретно происходит, я просто не могу даже туда заглянуть. Я вижу, что там происходит много интересных вещей, что собирается материал, что создается какая-то база данных. При довольно серьезном игнорировании тех людей, тех структур, которые этим занимались в совсем другие эпохи и под совсем другим знаком. Что такое российские деньги? Может ли этот проект быть частным? И все остальное это можно обсуждать. Но дело в том, что сейчас просто мне нечего сказать об этом. Кроме того, что такой человек, как Илья, просто ему там нечего делать. То, чем он занимается, не имеет никакого отношения к памяти. Более того, из тех нескольких вещей, которые они предложили концептуально, я могу сказать, что, как это не ужасно звучит, мне кажется, они не понимают разницу между жизнью и смертью. Вот. А все остальное уже как бы мелочи. Мелочи очень большие. Но, к сожалению, я не тот человек, который может что-то сказать об этом. У вас все-таки есть опыт рефлексии немецкого читающего общества. Вы в своей книге вообще не щадите нацизм. Это просто конкретное обвинение. Вот ваша книга, я ее читаю как обвинение в адрес немецкого общества того времени. Как воспринимали эту книгу ваши немецкие друзья, которым вы хотели что-то рассказать? Понимаете, мне не кажется, что там есть какое-то обвинение, там скорее есть удивление. И я вообще не отношусь к людям, которые владеют комиссарской интонацией. Ваша книга выстроена совершенно объективно, но я, как ее сторонний читатель, воспринимаю ее как крупное свидетельство о преступлениях. Конечно. Но это просто маленькая частная история. Мне очень сложно сказать. И мне кажется, она рассказана в какой-то такой интонации, которая не подразумевает никаких обвинений. Но, кроме всего прочего, эта книга все-таки написана по-немецки. И вот эта удивительная штука, которая со мной случилась, что мамиными словами 7 поколений моих родственников учили глухонемых детей, а я пишу по-немецки, как будто являюсь частью этого бизнеса на этом самом языке глухонемых. Это тоже какая-то метафизическая вещь, связанная и с немецким романтизмом, и с каким-то желанием говорить с этими людьми, с благодарностью тому пространству, в которое я попала в Берлине, к ситуации какого-то приятия и принятия чужих людей. То есть это ситуация, когда тебя слушают. В этом не было никакой идеи обвинения, в этом была скорее идея возможности рассказать и стать частью какого-то поля историй. И в этом смысле я помню даже ведь свой переезд из Москвы, в котором уже шли парады полным ходом, и действительно в конце 90-х, я не знаю, это было просто ощущение, я не политолог и не социолог, но какое-то такое звериное ощущение, что потихонечку начинают сходиться олигархи, партийные, военный комплекс. Вот как-то они вместе сдруживаются, и что-то начинает происходить, что опять вне нас. Что вот эта вот субъектность нашего существования снова куда-то уходит. И когда я попала в Германию, меня на самом деле поразила вот эта вот невротичность немцев, которые говорили «мы виноваты, мы во всем виноваты». Почему-то Россия, которая записала себя в преемницу советской истории и монополизировала беду войны, забыла о том, что был пакт, что... Я имею в виду забыла на каком-то общем уровне, потому что вот то, что могло стать даже не идеологией, а ощущением большинства, вот это вот то, чем занимался мемориал, скажем, в начале 90-х, и продолжает заниматься, сейчас это оказалось крохотной прослойкой, а тогда это был шанс действительно понять всем, что
все, что с нами произошло, сделали мы. Вот это «мы» меня поразило в Германии. При том, что большая часть населения турецкая, большая часть населения югославские беженцы. Но вот это вот ощущение причастности к истории и какой-то ответственности за нее немецкой современной политики, меня это все поразило. И поэтому хотелось говорить туда. Потому что там был какой-то очень простой консенсус о том, что такое война и мир, о том, что такое жизнь человеческая и о том, чего делать нельзя. И знаете, первое чтение книги были для меня самое поразительное, потому что я читала какие-то ужасные вещи, а все очень радовались. И мне кажется, что это очень связано с тем, на каком языке и каким голосом это рассказано. Даже то, что я написала книгу по-немецки, в этом есть что-то от отказа, от какого-то еврейского бонуса. Знаете, вот как бы вот я сейчас вам приду и расскажу на моем языке жертвы и победителей. Victims and victors. Как нам было плохо. Но на самом деле в книге очень важна какая-то ответственность за то, что произошло, и понимание, что Советский Союз и Германия друг друга втягивали в эту историю. И на самом деле Советский Союз был гораздо раньше готов к войне. И вот одна из глав моей книги, у меня был совершенно невероятный родственник. Вот одна из глав посвящена ему. Это брат моего деда, Иуда Штерн. То, что мой дед Петровский, это отдельная история, это его псевдоним, то есть, собственно... Ну, потому что он пошел в революцию. Он пошел в революцию, взял себе псевдоним, а вся его семья осталась Штернами. Мое имя легализировано большевиками. Прекрасное православное имя легализировано большевиками. Это тоже вот одна из этих самых... Ну, диалектика из диалектика. Это действительно удивительная история, потому что, когда я начала вокруг нее заниматься всякими архивными изысканиями, я просто поняла, что Советский Союз в 1932 году жаждал войны, жаждал какого-то выхода, и Германия была не готова. И это видно вот по истории, связанной с моим родственником, довольно близким, как оказалось, который 5 марта 1932 года пытался убить немецкого посла в Москве. Он, видимо, был студентом этнографического факультета, там неподалеку. Его даже упоминает Шаламов в рассказе «Декабристы». И в результате этой истории начался один из крупнейших показательных процессов. Он не убил посла, а он ранил помощника посла фон Твардовский. И с этого началась абсолютно невероятная история, потому что в это время еще, кроме всего прочего, Луначарский ездил на чествование по случаю юбилея Гёте. И это стало политическим таким пиаром, это, говоря кстати, современным языком. Можете себе представить имя Иуда Штерн в немецких газетах. То есть, если бы такого человека не существовало, то есть это как какой-то фантом, придуманный Геббельсом, для того, чтобы доказать, что большевистская власть — это власть иудейская, а мы тут правое дело делаем. Естественно, что этот процесс сразу пришили, ему сразу пришили польский след, потому что, собственно, войну, которую хотел развязать Советский Союз, была именно с Польшей, но Германия была не готова. И вот по этому процессу это поразительно видно. И, кроме всего прочего, по этому процессу видно всю происходящую динамику, как зерно вывозится из Советского Союза, в частности, из Украины. И немецкий посол пишет депеши в Берлин из Москвы, объясняя, что Иуда Штерн — это люмпен, и он хотел подать знак, что что-то не то происходит в Советском Союзе. Был ли он люмпен и хотел подать знак? Был ли он наемником спецслужб? Я не исключаю, что все версии одновременно. При том, что мой отец тоже родился в результате этой истории. Только мой брат был зачат при виде съемок фильма «Алые паруса» в Старом Крыму, а вот все остальные как-то ужасно. То есть мой папа родился 8-месячным в результате обыска по делу Иуды Штерна 8 мая 1932 года в Одессе, потому что очень долго искали родственников, они все были под разными фамилиями, и только вот к маю, когда Иуду Штерна уже убили, нашли, собственно, его брата, моего деда. И пришли в дом. И пришли в дом. Это вообще удивительная история, почему их не убили. Это тоже очень непонятная история. И моя книга, на самом деле, в гораздо большей мере о чуде выживания, чем о каких-либо обвинениях. И я думаю, что это очень-очень остро чувствуется. А кроме всего прочего, я не могу рассказать русскому читателю, что есть немецкий язык в этой книге, потому что на самом деле немецкий в этой книге — это какая-то мирная оккупация. То
есть как бы обратная оккупация, но языковая, и она происходит именно лингвистическим способом. Вы довольны своим немецким в этой книге? Вы довольны тем, как это получилось? Но я вообще редко бываю довольна. Я, опять же, скорее удивлена, потому что, когда я писала эту книгу, мне казалось, что я предала всех учителей, что я вообще выученик филологической школы, ухожу от всех, да, я куда-то как колобок куда-то убежал и прячусь. И на самом деле я не исключаю этой версии, что я настолько боялась и русского моего отца, и русского всех моих учителей, что мне нужно было как бы воплотить, скажем, ну даже ощущение ритмов прозы Серебряного века или даже поэзии Серебряного века в каких-то ритмах немецкой речи. И тут не последнюю роль сыграло то, что я в детстве 10 лет пела в хоре, и мы пели Баха просто сплошняком, бесконечно, не зная языка. И когда я писала книгу, во мне просто это все звучало, и я выстраивала фразы вот на каком-то внутреннем ритме, то есть я буквально заполняла ритм какими-то смысловыми сгустками. Говорить о «довольна» — это вообще не про это. Это на самом деле проживание какого-то опыта в языке. Поэтому я не могла сама переводить ее на русский, потому что это было прожито, и я не знала, как этот опыт симулировать еще раз. Немецкий там действительно какой-то выход в другое пространство и, может быть, даже тоже какая-то идея двух жизней, как в сказке, да, когда ты выходишь в какое-то другое пространство, а там еще один поворот. И он, конечно, очень отличается от мемуарных текстов, потому что, в принципе, язык и является этим фиктивным элементом, который делает тебя, а не тобой. Это не значит, что я там совсем не знаю немецкий, я его придумываю, но, в принципе, я придумывала какой-то свой немецкий язык. Безусловно, и этот немецкий язык гораздо больше связан не с войной миром, а с немецкими романтиками и каким-то стремлением за голубым цветком, который я знаю совершенно из другой эпохи. И это тоже связано с какой-то идеей вот близорукого вожделения, да, когда ты не владеешь, а только хочешь туда попасть. Меня очень интересовал твой провал в памяти в Освенциме. Понимаешь, я не знаю, провал ли это в памяти, и провал ли это в памяти только в Освенциме, потому что я вообще очень беспамятный человек. Я забываю очень счастливые моменты, и это, видимо, какой-то эмоциональный тип. Это не только про Освенцим. История же про Освенцим, она скорее связана не с провалом памяти, а с целомудрием, опять же. Вот это меня, наверное, очень отличает от моих родителей, потому что я никогда не могла рассказывать в лоб. И это тоже связано с разными эпохами, потому что в какой-то момент было очень важно показать фотографии Освенцима, рассказать конкретику произошедшего или происшедшего. Потом наступает другая эпоха, когда это лобовое зрение вдруг оказывается апроприацией взгляда тета, да, вот этого человека, который, собственно, и совершал преступление, потому что только он это видел. А, конечно, и свидетельства выживших. Но это странное вхождение в пространство насилия, где можно наблюдать и где ты обладаешь речью, меня абсолютно не устраивало. Мне казалось, что это и есть нарушение. То есть с людьми что-то делали, мы входим туда и наблюдаем, кто, по какому праву мы это наблюдаем. И вот эта вот ситуация, что я не помню, что я видела в Освенциме, связана скорее с этим ощущением, что я не имею права помнить. Или я не могу помнить, с каким-то порогом невозможности, потому что, естественно, если понять, что там происходило, это происходило с тобой, и ты не можешь существовать. И, наверное, не только с этой простой идентификацией, что если бы я туда попала, я бы точно не выжила. Я думаю, что я бы относилась действительно к этим людям. Но просто с тем, что нельзя повторять насилие, что в каком-то проговаривании того, что случилось, повторяется насилие. И, собственно, на этом построена вся книга «Как сохранить память, не умножая насилие», «Как рассказать о насилии, не умножая насилие». И тут есть действительно разные способы. Но мой был скорее интуитивным, поэтому я могла рассказать о Маутхаузене, где 17 дней был мой дедушка, но не смогла рассказать об Освенциме. Вот, собственно, наверное, такое объяснение. А кроме всего прочего, вся моя история со Освенцимом заканчивается тем, что нас на следующий день повезли... Да, тем, что это
Первая моя поездка за границу, где я вдруг оказываюсь, значит, среди посещения удивительных маленьких красивых городов в Польше, этой шоковой терапии, рок-концерта в Кракове, каких-то удивительных переживаний, красивого мира, ощущение, что я оттуда, и почему все эти люди говорят на моем родном языке, который я не знаю. У меня было действительно очень острое ощущение тогда, мне было 19 лет. И вдруг нас везут в Освенцим. Я просто не была готова к этому и, наверное, никогда не буду. Но на следующий день нас повезли в маленький красивый городок, где-то на юге, недалеко от Кракова. И я там увидела этой невероятной красоты ксёндза, священника, который нам рассказывал, собственно, о коммунистах, шоковой терапии, боге. И он был невероятно красив. И я как-то одновременно не могла ничего понять ни про целибат, ни про Освенцим. То есть, ну, это была какая-то невозможная ситуация. И потом я как бы выхожу из этого действительно в какой-то через эту формулу, которую я не называю, и которую, понимаете, когда по-немецки говоришь слово «Arbeit», действительно невозможно произнести эту формулу, потому что она правдива. Потому что все мы, кто любит свое дело, скажем так, знают, что такое дело, делающее тебя свободным. Поэтому то, что над вратами в этот ад написана эта формула, это какая-то невозможность. И я пытаюсь ее как-то перекрыть размышлением о том, что такое «дважды два» или «дядя Яков», или какими-то другими подобными высказываниями. И понимаю, что я как бы на самом деле все помню, но это вне языка просто. И это мой вопрос вообще, опять же, в связи с Бабьим Яром, что есть мемориализация этого места и как это делать. У меня есть свои идеи по этому поводу, но они совершенно в корне расходятся с тем, что происходит с разных сторон там. Целомудрие — это какая-то очень важная тема, потому что вся история с насилием, она действительно связана с тем, что мы нарушаем какую-то границу рассказа. И, может быть, единственное, что я придумала в своей книге, это попытка вернуть вот ту самую честь этим людям или какую-то ситуацию выбора, как будто, кажется, Эстер хотела пойти вместе со всеми, потому что она хотела пойти вместе со всеми, как будто у нее действительно была возможность выбора не умереть. И вот эта вот тетя Аня, бабушка моей мамы, и ее младшая дочь Лёля, красавица, о которой ходили легенды, они пошли в Бабий Яр, и они утешали еще нянечку по дороге, и говорили, что у нас хорошие отношения с немцами, и что все это вызвано какой-то верой в то, что противник не может так низко пасть. Понимаете, да? И я не знаю, действительно ли есть это в породе моей семьи. Вот лучше умереть, чем поверить в то, что есть зло, да? Или просто принять, что такое может быть. То есть это на самом деле была дуэль. Я в каком-то смысле рассматривала их смерть как дуэль. И они просто их, к сожалению, убили, но они сохраняли свою честь. А это, конечно, было совсем по-другому. Я-то это хорошо понимаю, что вот это вот пространство, в котором нет выбора, я не знаю, как его описывать. И я, наверное, просто очень сильно чувствовала, что я не могу туда войти, что есть какая-то пелена, которая связана с собственным представлением о том, что ты можешь, куда ты можешь заглянуть, а где уже начинается нарушение каких-то твоих правил. Может быть, это могут делать другие люди. Я не считаю, что все должны смотреть так, но ты в этом своем поиске ставишь какую-то свою черту. Писатель Катя Петровская о своей книге «Возможно, Эстер» и о ее источниках литературных и персональных, о родителях и личном опыте, о том, как память и письмо работают в солидарности или же вопреки воле автора. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.